Ну, у меня даже быстрее, чем у него раймер. Так, ну как вообще общее это время? Так, на Рокете меня кто-то обогнал. Ну, короче, хуево. С победой вас, Алексей. Спасибо, наконец-то я победил. Вот ты был, правда, с Сакеном в команде. Он не толкал тебя, кстати? Не, его автобус уебал, мы как-то не пересекались с ним. Понятно. Ну, вообще первым ехал в Фастхэнд Джексон первые два круга, пока его автобус не уебал. Ну, плохо манцевал вчера, он стоит. Ну, меня автобус тоже уебал один раз, но и мне вообще не особо как-то было. Он, это... Он ехал, этот Фастхэнд Джексон, передо мной прям, и резко, ну, видно, хотел мне перекрыть траекторию, а вместо этого ебал своего бабалона, они еще и в одном... Они оба красные. Да. Ну вот они за нами ехали, да, у нас было как раз два голубых, два красных. А теперь все они. А в какой команде Димик-то был? В синих, они еще и синей команды синих победил еще. Нет, благодаря мне. Бля, меня на Рослэре тут там, мне все-таки Рослэр. В моей команде еще Игорь и Алексей. Да, мы все вместе. Где-то там четвертый, я не знаю, где-то там, другой команде. Какая команда победила? Блумфилд, давай. Троечку, да? Зачем он троечка? Да я двоечку взял, Жень. Да, у меня тоже двоечка.